после матча Шериф Милсами, очередной тур прошел. О результате и об игре выскажется тренер гостей Штефан Стойко. Пожалуйста. Да, сейчас после смотрится Виктория Фумасова и Виктория Импортанта. Что можно сказать? Красивая игра была, важная победа для нас. Сигурно, если вы Виктория играете, что будет от Шерифа и Попутерника. Нам все это тяжело далось. Шериф очень сильная команда. Но, cred că Милсами de foarte mult timp arată caracterul ei. Но Милсами уже немного раз уже не раз показывал свой характер. Диспуте cu Шериф să ia 6 puncte și este foarte, foarte important. В последний матч Милсами уже 6 очков отобрала у Шерифа, это очень важно. Cred că a fost un meci frumos, un meci cum ar trebui să fie toate în campionatul acesta. Нам кажется, что был очень красивый матч, так должны произойти, наверное, на всех уровнях, на всех матчах такая ситуация должна быть. Cu o viteză bună de joc, cu ratări și de o parte și de cealaltă și cred că echipa noastră a fost mai montată, mai unită și mă bucur foarte mult pentru acest lucru. Хорошая скорость у обеих команд была, были пропущены моменты с одной стороны, также и с другой стороны. И надеюсь, вот так должны выглядеть все матчи, как сегодняшний. Спасибо. Есть вопросы? Да. Побеждать Шериф вы уже наверняка знаете хорошо. Да, если себе тут метро, штыкащик. Ну, как бы, дарует еще дисциплина фарте муна. Și am reușit să strângem anumiți jucători. Conducerea, toată lumea aici este pozitivă și cred că lucrul acesta contează cel mai mult la jocul de fotbal. Наверное, очень важно от всех, от малого до высшего звена, это от всех руководителей, от игроков. И нам кажется, что дисциплина это самое главное. La Milsami este clar, cine nu vrea să pună echipa mai sus decât individul, nu poate să rămână cu noi în aceeași echipă. Echipa este mai sus decât noi toți. В нашей команде, если игроки не могут поставить Милсами как команду выше себя, то это у нас не принято. У нас все должны работать на Милсами. Да, 2 очка, теперь расстояние до 3-го места, до Тирасполя. И в этой связи центральный матч оставшихся, ну, оставшейся части, это будет против Тирасполя здесь, через... Cum e diferența cele două puncte vis-a-vis de Tiraspol? Cum va fi meciul contra Tiraspol? Cu siguranță o să fie un meci mai greu, pentru că Șeriful e puțin relaxată, e deja campioană sau cel puțin așa, credem că este campioană. Tiraspolul să și ea, a luat la rândul ei, a luat 3 puncte cu Șeriful foarte ușoare. Нам кажется, что уже с Тирасполем будет еще намного сложнее, потому что Шериф, мы думаем, что он чуть расслабился, уже чувствует себя чемпионом. И нам кажется, что нужно будет как бы работать в этой области и больше. Ну, может, офигел чемпионат, кредил, который жвачек как мы нас спросит. E bine că am reușit să câștigăm 3 puncte acum. Vedem ce să facem. Până la jocul cu Tiraspol avem însă joc de cupă. În marți avem joc cu Dacia, iarăși un joc foarte greu. Sunt jocuri frumoase, însă care nouă ne plac. Mie unul ca când jucam fotbal, îmi plăcea foarte mult când erau aceste derby. Cred că acolo este frumusețea fotbalului. Нам еще до Тирасполя еще как бы далеко до этого матча. Нас ожидает еще матч в Кубке Orange. Нас ожидает еще с Дачей, очень важный для нас матч. Так что мы надеемся, что нас ожидает очень красивая игра в дальнейшем. То, что нам нравится. Orgu, мне vreau să felicit jucătorii, toți care sunt în preajma echipei. Și să fie cât mai multe victorii de acest cer. Мы хотим поздравить игроков и хотим, чтобы были как побольше вот таких игр красивых. Мы себе вот это желаем. Спасибо. Мулцинец. Лану, со сперм, так, ну, да, вафара, с Вольдеским сильным бабом на вас. Спасибо. Респект. Сейчас своим мнением поделится главный тренер футбольного клуба Шериф. Виталий Рашкевич, Виталий Александрович, пожалуйста. Мы не заслуживали в этой игре поражения. Это было очевидно. Неудачная игра при стандартах, причем
необязательных стандартах. Быстрый гол, и все-таки сумели мы забить ответный. Казалось бы, все есть шансы для того, чтобы выиграть этот матч. Но обратно же. Ошибка. Просто ошибка, которую непозволительно допускать, привела ко второму мячу в наши ворота. Я уверен, что этот кризис, наверное, все-таки закончится уже. Уже дальше будет лучше. Спасибо. Ваши вопросы. Петр Александрович, за два матча пропустили 4 мяча. Многовато для Шерифа. У вас больше претензий к обороне или к вратарю? К обороне. Еще вопрос. Кризис закончился, вы это говорите. Почему? То есть что вас в этом убеждает? Я думаю, что это какая-то просто череда невезения, связанная, даже не знаю, с чем она связана, вот, после которой, я уверен, будет светло. То есть вы не переживаете за то, что отставание дачи сокращается по чуть-чуть? Или думаете об этом? Я, как и после предыдущей игры, могу сказать одно, что мы не думали об этом поражении. Я не думал об этом поражении. Никто об этом поражении не думал. И сейчас, после игры, говорит о том, что мы думали о том, что дача сократила между нами расстояние. Мы просто были уверены, что сегодня обыграем соперника. Но так получилось, что этого не произошло. А о том, что как, где находится дача, есть еще вопросы? Если вопросов больше нет, конференцию мы закончим.